Несмотря на название, в этом парфюме нет табака в виде сигарет или мокрых пепельниц, которые многие не переносят. Поэтому аромат можно рекомендовать даже тем, кто не любит сигаретные мотивы в парфюмерии. Здесь скорее душистый, очень насыщенный кальян со специями, кожаные ноты и много-много деревяшек. Это уд, причем не медицинский, а очень красивый. Сам табак в виде табачного листа с корицей и вишней появляется ближе к базе, и это очень стильно. Но парфюм очень капризный в посадке, в жару может кислить, а в прохладную погоду задушить своим шлейфом. Если вам нравятся специи, уд, табак и вообще восточные мотивы, этот непокорный парфюм вам точно понравится. Как называется? Мансера Ред Табака или Красный Табак.